Придется вам выходить, молодые люди. Чему? Ну, потому. Во-первых, потому что купание в данном месте запрещено. Старшие родители вообще есть? Есть. Где? На работе. На работе. Родители не знают, что ты не хочешь, да? Не знаю, в чем приду. Знают, да? Да. Но не знают, где купаешься, да? Нет. Выловленные из воды подростки – результат очередного рейда сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и правоохранительных органов. Купание в неположенных местах – одно из самых распространенных летних правонарушений и одно из самых опасных для самих несовершеннолетних, о чем купальщики, а порой и их родители, даже не задумываются. Как правило, несовершеннолетние находятся одни, когда допускают данные виды правонарушений. И в основном эти все противоправные поступки связаны с определенными ненадлежащим исполнением родителей обязанностей по воспитанию детей. Не могут надлежащим образом объяснить, что даже если находятся и посещают лесные массивы и осуществляют купание одни, то купаться следует только в специально установленных для этих целей местах. С несовершеннолетними нарушителями в обязательном порядке проводится профилактическая беседа. Случается, что подростки совершают правонарушения и посерьезнее. Не соблюдают правила дорожного движения, находятся на улицах после 11 вечера без сопровождения взрослых, употребляют спиртные напитки и даже похищают чужое имущество. На сегодняшний день к административной ответственности привлечено 16 человек из числа несовершеннолетних, допустивших совершение административного правонарушения. По прошлому году цифра была немного выше. Все нарушители находятся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и правоохранительных органах. С ними постоянно проводится профилактическая работа. Анна Сазонова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».